Идти в ногу со временем – девиз, который близок к специалистам Брестского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Несмотря на то, что организация существует уже на протяжении 80 лет, чувствовать потребность граждан и понимать, какие функции нужно развить, ее сотрудники продолжают и по сей день. В некоторых моментах на принятие нововведений влияет время, где-то спрос, а в других случаях решающим фактором становится положительный пример коллег. В этом году, буквально в октябре месяце, мы переняли опыт наших минских коллег – организовать выездной прием у застройщика. То есть в городе Бресте есть такой застройщик, Будовний Чарай, фирма. Вот в офисе этой организации мы приехали туда, в то время, когда сдавался у них 80-квартирный дом. Люди приезжали к ним в течение 2 дней, забирали справки. Ну и одновременно после получения справок наш специалист-регистратор недвижимости и оценщик находились там. И одновременно с получением документов сразу могли обратиться за регистрацией, за изготовление технического паспорта, за страхованием квартиры. И после выполнения этих работ уже тоже через несколько дней получали документы. То есть в нашу организацию они приезжали непосредственно уже только получить итоговые документы. Подобные выездные приемы проводят на бесплатной основе, а значит, они не только экономят наше время, но и деньги. А еще сегодня не собирать в одном месте в одно время много людей, ведь коронавирус свирепствует, задача первостепенная. Ведь в Брестском областном агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру граждан, которые решают вопросы, связанные с оформлением технических паспортов, фиксированием перепланировки или ознакомлением со стоимостью недвижимого имущества, обычно много. Процесс приема организован таким образом, чтобы было эффективно, оперативно и комфортно и клиентам, и нашим сотрудникам. Особое внимание уделяется, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, к заботе о здоровье и клиентов, и наших сотрудников. То есть у нас введен обязательный масочный режим, имеются средства дезинфекции, установлены рециркуляторы воздуха, которые очищают и обеззараживают воздух. В окнах приема также установлены дополнительные экраны защитные, которые является барьером между специалистом и клиентом. Кроме того, здесь реализована возможность подачи документов дистанционно с помощью электронной почты. Много задумок и на перспективу. Мы хотим на будущий год, 2021, выйти с такой инициативы, как посетить все сельские исполнительные комитеты Брестской области, наши специалисты, то есть это оценщик, регистратор, руководитель подразделения по техинвентаризации, выезжать непосредственно в сельисполком, уведомлять граждан о том, что будет вот в определенный день, в определенную проводиться консультация по вопросам регистрации недвижимого имущества. Гражданин сможет прийти, уточнить вопросы, в том числе, какие сведения содержатся в регистре недвижимости, сравнить то, что есть у него сейчас фактически, что-то достроено, что-то перестроено, ну и тоже предпринять какие-то действия. Потому что, ну, в любом случае, наличие признаков самовольного строительства – это однозначно основание для невозможности в последующем оформить какие-то сделки. Поэтому навести порядок с этим тоже каждому гражданину, каждому собственнику, это не только его право, но и обязанность. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.